Йоу, what's up, homies? Добро пожаловать на новый выпуск NBA 2K11. Волосы у меня говно, но ничего страшного. Сегодня я вам буду объяснять, как я поставил моды. Теперь эта игра лучше, чем NBA 2K20. Следите за мной. Короче, первое, что нам надо сделать. Ссылка в описании будет на моды, которые я сейчас скину. Во-первых, я уже не помню, откуда их брал. Ссылка будет в описании. NLS форум. Вот. NBA 2K11, сезон 19-20, патч. Вы просто скачиваете эту всю хрень. После того, как вы загрузили всю эту хрень, нам надо найти NBA 2K11. Эта дичь будет в Program Files, 2K Sports. У меня здесь три версии. У меня один бэкап, это оригинальная NBA 2K11, игра без модов. В общем, все, что вам нужно сделать, экстракт вот эти файлы, которые... любую из 7 частей выбираете. Я не знаю, зачем тут 7 частей, если можно было одну сделать. Короче, делайте экстракт этих файлов. И затем, все, что у вас есть, вы закидываете в папку с игрой. Нажимаем «Заменить». Чики-пуки, у вас все готово. Самое главное, что я оставил вам ссылку на патч, а там дальше уже разбираться довольно легко. И у вас теперь будут нереальные игры, у вас будет нереальная NBA 2K11 прямо вот здесь, прямо у вас перед собой. И в принципе, мы сейчас нахерячим всех, кто будет с нами играть в эту дичь. Fuck yeah, my player, let's go. Единственное, что мы в прошлом эпизоде вы попросили меня добавить скиллпоинтов. Этим мы сейчас и займемся. Фак, у меня опять не работает джойстик, ты же горишь. Джойстик, ты видишь? Fuck you. Да, у нас все сохранилось, fuck yeah. 38 омирол наш уйдет домой. Итак, у нас 1303 скиллпоинта осталось с прошлого выпуска. Значит, fuck yeah. Мы откроем сейчас прекрасную программу под названием Cheat Engine. Йоп. Еще один туториал, если вы вдруг не знаете, как это делать. Выбираем NBA 2K11, fuck yeah. Value 1303, потому что у нас столько скиллпоинтов, fuck yeah. 1303 мы выбрали. Потом обратно заходим в игру, и мы сейчас потратим на трешечку. Осталось 888. Какой прекрасный номер. Поэтому мы поставим 888, next can, покажи мне show me the money. И давайте, так как мы не хотим много сильно скиллпоинтов, давайте 100к. И посмотрим, что 100к нам дадут. Я думаю, 100к нам дадут как раз 40, который у нас будет 60-65. Fuck yeah, у нас есть теперь 100к поиграться. Давайте для начала, я думаю, 75. Все, типа закинем. 75. Сюда. У нас после трехи и среднего уже не останется ничего. 75 сюда, 75 сюда. Окей. 75 лейап давай. Данк 75. Давайте лейап подъем до 80. И ball handle поднимем до... Хотя, если я поставить на 75, ball handle можно... чуть-чуть не хватает, прикинь. Давайте данк спустим до 70. Fuck yeah. Ball handle 85. Oh yeah. Oh yeah, my boy. И тут и steal тогда мы можем поднять до 60. И defensive rebound. Бум как Westbrook. Fuck yeah. В итоге 54 общий. И с тем, что у нас 54 общий, и у нас много чего 175, я, в принципе, не жалуюсь. Edit player, подождите, у нас тут, если у нас edit player, во-первых, я хочу, Кобян, я тебя люблю, но у нас, мне вот этот больше нравится, релиз штрафного, где он? Майкл Джордан, ты где? У меня дриблинг теперь раскачан на по полной, да, походу? Так, и теперь Pro Guard и у нас есть а в принципе, Evan Turner, Wesley Johnson, давайте Wesley Johnson оставим, Wesley Johnson тогда он херячил. Это был первый ход в лиге. В принципе, мы вкачали то, что нам надо было. Я говорю, давайте начинать. Давайте начинать, попробуем, что я смогу сделать со своими новыми скиллами. У нас Джаморант и Райт Пауэр Форда, what the fuck? У нас Тако Бол, what the fuck? Это новый какой-то тип. В первый раз я брал 15 очков, 3 подбора, 5 ассистов. Fuck yeah, fuck to the yeah. Let's go! Джаморант, сейчас будем с тобой пик-н-ролл разыгрывать, 34 номер. У нас... Очень интересный тип. Окей, пик н ролл с Джаморантом, камон. Stop play with me, Билю. Они меня даблтимят, ха-ха, зачем? Был комментарий с прошлого выпуска, что типа анимации финишинга в этой игре лучше, чем в 20-й. И да, я согласен, братан. Fuck yeah, подбор за мной. I'm a fucking beast. Арджи Берет, лети. Арджи Берет, камон, блять. И прошел, смотри, как изи. Камон, быстрее 4 очка. Йо, мой игрок 85 скорость, но чувствуется быстрым. Мне это нравится. Ну, этот. I like it. I like it a lot, Магай. Морен.
Трёха, от меня, камон, бэнг-бэнг-бэнг. Там фол был, судья, что ты начинаешь, я ж упал. Если ты упал, это фол, это ж не факт. Хотя это 2011, лига не была такой софт. Такой мягенькой и пушистенькой. Так, давайте еще раз айса попробуем. Мне кажется, либо айса будет именно чёненьким. Оп. Юро! Юростеп, окей, фол, найс. At least one fall, you banks, всадник без головы на мне свалил. Майкл Джордан релиз, фритро релиз. Ой-ой. А, видите, этот релиз постабильнее будет, мне кажется. Ну и я еще, мне надо не ложиться. Не ложиться. И нормально мяч выпускать. Фак я. Опа, 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 хорош, вперед, 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 вперед. Чикс. Чикс. Чикс Юро. Это хопстеп, пофиг. God damn. Right stick defense, абсолют. И шотстик абсолют давай мне. Потому что он у меня делает... Это в этой фигне тоже этот. В NBA 2K20, кстати, тоже такая дичь. Абсолютно достать. Потому что я нажимал только что вверх правым стиком, он мне сделал хопстеп. А вверх правым стиком это еростеп. Еще тогда вопрос в комментарии для Хомис. Нихера себе, Джамрот. Еще один вопрос в комментарии для Хомис. Сделать мне ВРК рейтингом 70-75, как новички в этой игре? Или оставить как 54, как есть? А, пишите мне в комментариях, мне будет интересно читать. Fuck yeah. Джамарен, ты уйдешь? Yeah. А! Фол. In one! Машина рейтингом 54 пришла сюда домой работать. Chill man, god damn. Арджи Берет. Алло? Hello? Thank you. На мне Зайн. Айсо, 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 айсо. На мне Зайн Вильямсон. 4. А. На тебе средний. У! Гарм! У! Вот, блин, такие тут лейпы какие-то секосные, как будто бы, блин, на дворе 2020 год. Еп-еп-еп-еп-еп-еп-еп-еп. Меня никто не встречает, на тебя быструю треху. И бэнг-бэнг-бэнг-бэнг! Дайте мне черепашку, пожалуйста. Каждый раз, когда я пытаюсь украсть мяч, мой игрок просто тупо падает. Окей. Айсо, еще раз айсо, потому что, как бы, я помню одно движение, если Y нажать, то он делает, короче, степбэк, а ну, 3. А, степбэк, смотри, GG. Если мой драфт-сток уменьшится, я буду ниже 27 места, типа, what the fuck. Я тут устраиваю, я тут Степа Карри до Степы Карри. Степа Карри еще так сильно не рад. Мне, кстати, интересно... Every tennis... Ставь сверху! Yeah! Домой, бокшот! Это как не бокшот? Yeah, good defense. Good shot defense. Алиюп! О, нормас! Yeah! Y'all, I swear, feels like the last few nights. Владик в рэпера превращается. Это все владение... Владение, вот это все влияние Владимира. I'm doing me. Кстати, если это видео соберет, если это видео соберет 500 лайков, то я выпускаю трек, дистрек на Вована. Беги. А, деданк! You can guard me. Деданк, Арджи Берет, не гони, дядя. Thank you. Я на данк шел. На челу там шел жесткую. Я не знаю почему, но типа левым стиком дриблинговать, конечно, оно не прикольно. Но в чем-то есть. В чем-то система эта мне нравится. В чем. Какая-то изюминка там есть. О, перехват, иди сюда! Наконец-то я перехват свой забрал. А, Джамрен. Щет. А, ну да, времени ж мало, надо было только алиюб кидать. I'm fucking dumb. Йоу, оценочка, а? За три минуты, тупо за одну четверть, по сути. Йоу, fuck yeah. Не-не, не заби... Окей, слава богу. Победа во второй игре. Fucking yes. Сколько мне скиллпоинтов вы дадите? 1540. Напишите мне в комментариях, стоит ли нам прокачаться до 70 рейтинга хотя бы. Чтобы у нас был рейтинг 70. А, мне просто интересно знать. А, и, в принципе, всем спасибо за просмотр сегодняшнего выпуска по NBA 2K11. Если видосы сильно короткие, вы уж меня простите, я пытаюсь их сделать более насыщенными.
Не просто так, где я сижу. Филадельфия 76ers, 24-й пик. Embiid, Simmons, very nice, я хочу Филадельфию, да-да-да. Давайте прокачаем Аркату сразу, давайте, если нам консистенции сейчас вкачать до 35 и offensive awareness, допустим, до 35, то мы уже 55 рейтинг. Напишите мне в комментариях, опять же, 70 рейтинг, да или нет, комментарии я вас жду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, опять же, 500 лайков, я делаю дистрек на Вову, точнее, он у меня уже есть, я просто вылаживаю видео. Окей, увидимся, я вижу в следующем выпуске. Покеда.